Так, двигатель М50. Пробуем найти замену гофре. Стандартно, значит. Как видим, тут еще из гофры выходят дополнительные вот два шланга. С этой стороны и вот с этой. Значит, что нашли более-менее похоже? Вот от двенашки 2112 гофра. Точнее сказать. Ну да, так. Значит, с этой стороны она точно такая же. А вот с этой она длиннее. Надо попробовать, наверное, отрезать вот так. Это тройник, это куплен отдельно. Вынимается так же. Мы поставили, потому что здесь из гофры самой выходит только один выход, а нам нужно подключить два шланга. Сейчас снимем, если в этой, если в гофре в родной вот это вот совмещено все, то можно без проблем вот так поставить. Так, ну вот сняли родной. Значит, вот как выглядит все это. Непонятно, зачем трубки сделаны отдельно, но сделаны так сделаны. Значит, сейчас попробуем поставить ту гофру от двенашки. Как я вижу, разницы нет. Можно попробовать совместить все в одну трубку, раз они обе выходят сюда, в эту камеру. Тут уже везде трещины. Здесь все полопалось. Там, как видно. Здесь тоже есть. Так, здесь просто как родная гофра залазит без каких-либо сложностей. Вот тут много лишнего остается. В тройник шланг залезает тоже без проблем. С этой стороны шланг тоже залезет, как я вижу. Надо только сейчас его снять. Он еще шире, чем первый. И как-то укоротить эту гофру. Так будет мешаться. Так, да, это просто закрутило мешаться. Да, не, вот так вот, только он будет сюда в гофру заходить. Дербаним. Чтобы она не разорвалась. Кали ее. Это, конечно, весьма странно, потому что здесь толще. Ну ладно, хрен. Где толще? Ты съехал. А, или нет? Постараюсь посередине. Нет, нормально. Не сильно. Плюс 50 лошадиных сил. Хорошо, тюнинг. Так. Ну что, закручиваем? Кстати, вот сюда подходит. Ну давай ты сначала. Так, ну вот что получилось. В общем, на случай, если нужно где-то в дороге заменить, вполне можно использовать гофру от 10 или от 12. Ну и вот для того, чтобы два шланга воткнуть, нужен еще тройник. В общем-то, сейчас вот эти вот краешки неровные заровнять, и в принципе будет все смотреться так довольно культурно.